Государство в государстве. Вспомним, с чего начались в Венесуэле события. Чавес решил провести кадровые изменения в менеджменте государственной нефтяной компании. То есть, во-первых, ситуация там, видимо, не удовлетворяла его не в личном плане, а из-за нанесения ущерба интересам страны. Известно, что если менеджер продавца действует во вред хозяину, это означает пользу покупателю или себе. Для своего кармана венесуэльские госчиновники действовали несомненно. Но судя по позиции США и в пользу США тоже. То есть за венесуэльскую нефть Венесуэла получала меньше, а США плюс венесуэльские чиновники больше, чем должны. Во-вторых, оказалось, что простые назначаемые государственные чиновники могут показать зубы собственному президенту. И не просто показать, а попытаться его свергнуть всерьез, не понарошку. Следовательно, ресурсы у этих чиновников огромны и вполне сравнимы с государственными. Аптеку контролируешь, вату имеешь. Крылатые слова. Если страна не продает ничего, кроме нефти, то Причастные к продаже чиновники могут сравниться помощи со страной, а если захотят, поменять в ней порядок управления. Чавес сидит на вулкане. Вулкан этот – частный интерес госчиновников. Искренить коррупцию было трудно и Николаю Первому, хотя пределом мечтаний тогдашнего чиновника были борзые щенки. А если миллиарды долларов? Мне как-то пришлось рассматривать очень наглядную диаграмму объема введенных в эксплуатацию нефтяных месторождений в СССР по десятилетиям. Маленькие прямоугольнички для 30-х, 40-х, 50-х годов, уже побольше для 60-х и огромный для 70-х. Мы с Ищенко одновременно ткнули в него пальцем. Вот здесь был подписан приговор СССР. А действительно, насколько была реальна опасность капиталистической реставрации в СССР? Наша экономика в первой половине 20 века ни для кого не представляла интереса. Она вообще слишком низкорентабельна. Даже Гитлер не собирался колонизировать всю Россию. В его планах было онемечивание Прибалтики и части Украины, особенно Крыма. По-моему, ему и Белоруссия была неинтересна. И совершенно то же самое думали о советской экономике другие. Это мы считали, что наши заводы кому-то нужны только в 90-е и узнали, что они нафиг никому не надобны. А из сырья что у нас было такого привлекательного? сала, пенька, лес разве что. Да его могли добывать только сами русские. Но с появлением советской нефти и созданием экспортных возможностей обозначились два интереса Запада и групповой интерес советского госчиновника нефтеэкспортера. Осуществлению этих планов мешал только Союз Противостоять этим клещам возможно было реально, если бы хоть кто-то понимал, что происходит. Хотите поспорить с таким примитивным подходом, что союз развалили из-за доступа к нефти? Стоит ли? Принцип квовадис, кому выгодно, еще никто не отменял. И он поверяется простым арифметическим расчетом. Кто и где после распада СССР получил больше прибыли? В рыночной экономике много хорошего и для производителя, и для простого потребителя, но с выгодами нефтеэкспортера не сравнится ничто. Все остальное – идеологическая чешуя, которую, имея деньги, можно организовать было бы желание. Отсюда проистекает печальный вывод, к которому я и подвожу вас, уважаемый читатель. Венесуэльский опыт показал, что национализация нефтяной отрасли сама по себе не является панацеей. Тем самым государство закладывает под себя мощную мину. Можно национализировать нефть или не приватизировать ее вообще, но управляющие государственной компании могут принести не меньше ущерба, чем приватизатора. Что делать? Государству нужно постоянно контролировать чиновников, но деньги в этом бизнесе крутятся такие, что можно купить и контролеров. Если нельзя их, то тех, кто назначает контролеров. Если нельзя купить кадровиков, то можно купить следователей, и они заведут уголовные дела против слишком неподкупных кадровиков. Когда два таких мощных фактора, как нефтяные деньги и интересы США действуют совместно, то государственный интерес малой страны уберечь трудно. Водичка дырочку найдет. Есть еще вариант. В маленькой стране лечь под богатую. И тогда ее лидеры и порядок управления будут одобряться американцами. Пусть там хоть людоедство практикуется. Частный торговец нефтью, рассуждая абстрактно, старается действовать в собственных интересах. Значит, продает нефть дорого. Государственный чиновник, чье жалование мало зависит от прибыли, не может не искать приработка. Малая доля процента от выгоды, упущенной его собственной страной, для него целое состояние. И частный владелец находится в выигрышном положении. Он может своего менеджера, действующего ему в ущерб, просто пристрелить. Хотя бывает и наоборот. Если владелец поздно спохватится, президент страны прибегнет к такому простому способу не может. Современный мир тем и интересен, что национальное правительство имеет меньше власти, чем корпорации. Может даже президент страны купить журналисту, скажем, Мерседес. Сожрут с трусами обоих, а президент нефтяной компании никто и ухом не поведет. Видите разницу между государством и бизнесом? До сих пор слышны причитания по поводу ужасных привилегий советской партийной номенклатуры, которых было то в баньку в субботу попарится. Новым же русским никто не пеняет, если они в субботу съездят на карнавал в Бразилию, а в воскресенье пострелять слонов в Уганду. Это считается нормальным. И можно. А тем нельзя. Психология. Вот это и есть главная проблема национальной нефтяной компании. И у ее персонала возможны иные мотивы, чем у руководства страны и способов воздействия на этих людей немного. Чем чиновник управляется? Жалованием, пенсии и страхом их лишиться. Здесь же этот страх минимальный, ничтожный по сравнению с возможностями. Здесь совсем незначительное служебное упущение может полностью компенсировать потерю пенсии за многие годы. Когда крутятся такие деньги, предостеречь может только угроза смерти. Но развитые страны, потребители нефти, очень недовольны применением смертной казни к чужеземным чиновникам. Руководители стран, где это практикуется, быстро приобретают имидж вурдалаков. Поэтому страны-контрагенты развитых стран не могут серьезно наказывать даже за государственную измену. Самое смешное, что и высшие государственные руководители, тоже чиновники, даже премьеры и президенты, хоть и побуждают, побеждают на всеобщих выборах, и не только министры могут, удалившись на покой, переехать в уютный домик в стране, бывшего вероятного противника или союзника, в принципе, это не заказано и президенту. Конечно, трудно представить, чтобы американский или французский президент после отставки переехали на ПМЖ в Польшу или Россию, а вот обратное, чисто теоретически представить можно, живет же наш бывший министр иностранных дел Панкин в Швеции, а бывший глава АПН Фаллин в Германии, а бывший глава Федерального агентства правительственной связи генерал Старовойтов в США? А ведь это госчиновники вполне приличного уровня. Упаси бог, я не обвиняю достойных людей в государственной измене. Не задаю я и банальный вопрос, откуда деньги. Отмечу лишь одно. Иммиграционные службы западных стран не допускают на свою территорию лиц, не отвечающих на вопросы. Но закончим с персоналиями. Рассуждения на эту тему заведут далеко. Плохо не только госчиновнику бедной страны, если ею интересуется страна сильная и богатая, будут давить, подкупать, а возможности у богатой страны больше, но плохо и богатому человеку. Изредка эти два множества пересекаются. Ведь где, в каких банках хранятся состояния, в западных, может ли богатый человек сказать слово поперек Соединенным Штатам, если у него счет в Нью-Йоркском Нью Сити банк? Есть ли у нас группа запрещенные барабанщики, исполняющие дурацкий, но забавный шлягер убили негра. И одна наша эстрадная дива так с сочувствием сказала, что ребята ввиду по песенки могут лишиться американской визы. Сказала таким тоном, что становится ясно, для некоторых это сейчас то же самое, что 20 лет назад билет потерять. Кстати, потеря визы в одну из западных стран часто получает следствие в виде отказов других. Информацией они обмениваются и не только внутри шенгенской зоны, а причины приводить не обязаны. Хотим, пускаем, хотим, нет, хозяин, барин. Что, впрочем, правильно. А теперь представьте себя на месте какого-нибудь уважаемого госчиновника. Дом, полная чаша. На охоту в Африку. На серфинг на Гавайи. Сын в английской частной школе, дочка в Сорбоне. И вдруг твой президент говорит что-то не то, а Запад блокирует счета и отказывает в визах. И все. Отдыхай в Турции, если окладов в 300 долларов хватит. Как вы будете относиться к своему президенту? Будь он хоть трижды выбран сердцем. Но эта ситуация крайняя, когда неудовольствие Запада вызвал глава государства, а ведь главы тоже человеки, и не всегда с таким плохим характером, чтобы ссориться с США. Напротив, для главы государства бывают очень важные маленькие знаки внимания, чтобы его пустили на какую-нибудь конференцию вместе с президентами настоящих стран, чтобы с ними поменялись паркерами после подписания какого-нибудь документа. Правда, когда думаешь об этом, то содержанию самого документа в этой ситуации внимания уделяешь меньше. Вышесказанное смешно. Даже представить в приложении к президентам США. Не потому что они сверхчеловеки, точно даже не знаю почему. Там есть верхний класс, бдительно следящий за соблюдением главой государства государственных же интересов, может быть и еще что. Выше приведенный пассаж о маленьких знаках внимания, так важных для советских чиновников, взят мной из книги Уткина. Он сравнил воспоминания о важнейших встречах советского и американского президента в конце 80-х, о чем думали высокопоставленные деятели двух стран во время этих переговоров. Благо, все они выпустили воспоминания. Разница разительная, о чем заботились американцы и о чем наши. Прочитайте сами, не пожалейте. Для руководителя современной восточноевропейской страны нет ничего страшнее неудовольствия ни Запада. Если Запад недоволен, отсюда недалеко и до положения изгоя. А ведь боязнь чего-то – готовый рычаг управления. И он немедленно будет задействован, если что. Наш самый успешный министр иностранных дел Молотов относился к таким вещам даже не философски, а практично. Нас опять ругают? Значит, правильную политику ведем. Если бы хвалили, нужно выяснять, в чем неправое. А исправляться, чтобы опять ругали. Но это было так давно. Это же естественно, когда ведешь игру с противником, то каждый твой успешный ход приносит ущерб противоположной стороне. Поэтому противник и должен быть недоволен, если выигрываешь ты. Если не так, значит ты не игрок, не партнер, а неизвестно кто. Но это одна сторона вопроса, а другая состоит в том, что с нашей стороны рассматривается не абстрактная государственная машина, а живые люди. И ситуация такова, что они к мнению Запада очень чувствительны. Если не они, то их семьи или знакомые их семей, или какие-то их знакомые, чье мнение им важно. Давно уже высказано мнение, что причины поведения Горбачева отчасти в его зависимости от мнения друзей студенческих лет. Как его, так и его покойной жены, среди которых были такие Люди, как один из идеологов чехословацких событий 1968 года, Млынарш. Горби жил с ним в одной комнате в общежитии. Потому личная атака на любого деятеля незападной страны так или иначе принесут плоды. Или руководитель сдаст назад, или его позиции в руководстве ослабнут. А вот мы можем ругать западные деятели до посинения никому от этого плохо не станет потому что рычагов у нас нет короче говоря хотя национализация природного сырья и необходима экономически и оправдана любой этической системой будь она основана на религиозных представлениях или принципе всеобщего блага она должна быть проведена с умом и управление ресурсами должно быть хорошо продумано подозреваю даже что в этом деле придется отступать от некоторых общепринятых норм, в частности от принципа коммерческой тайны. Логически рассуждая, приходишь к какой-то странной ситуации. Деятельность национальной нефтеэкспортной компании должен управлять лично президент страны. И где он только время найдет. И он не должен будет иметь права выезжать за границу. И члены его семьи тоже. Не нравится? Пусть добьется ситуации, когда страна будет жить чем-то другим, кроме нефти. Скованные одной цепью. Так что же нужно американцам от Венесуэлы? Что венесуэльцы могут сделать с Америкой? Могут ли они перестать продавать нефть? Нет, конечно. Парадокс в том, что поставщики сырья уже не могут проводить самостоятельную экономическую политику. И Запад, его сырьевые придатки связаны прочными цепями. Восстание ног против головы невозможно. Если они перестанут продавать нефть, то лучше им станет, не станет ни им, ни Западу лучше не будет никому. Ушли в прошлые времена возможности политики в духе 30-х, когда страны договаривались, что одна поставит другой железный лом, а взамен получит нефть. Нам-то это представляется Порядком торговли стран с государственной монополией внешней торговли, но нет. Торговые договора были и между капиталистическими странами. А сейчас не совсем так и запрет государства своим фирмам покупать или продавать что-то редкое исключение. Пока, во всяком случае. Строго говоря, США не покупают нефть. Нефть приобретают американские потребители нефти. А у нас практически продает не Россия, а частные фирмы каким-то образом получившие не полные права собственности, а права на разработку лучших российских месторождений. Правда, государство оставило за собой некоторые рычаги контроля. В некоторых фирмах есть доля собственности государства, и оно может потребовать увеличить или сократить добычу, поставлять куда-либо нефть или не поставлять. Также в руках государства труба, компания Транснефть, владеющая экономич... экспортным трубопроводами. Еще один важный элемент управления тарифно-таможенная политика, пока она в руках государства. С помощью этих рычагов можно творить практически чудеса. Например, годами удерживают внутренние цены на энергию ниже мировых. Это кажется удивительным. Каков стимул продавать нефтепродукты внутри страны в 2-3 раза ниже, чем совсем рядом за границей? Можно брать за экспортные поставки вывозную пошлину и нефтепродукты. Производителю становится одинаково прибыльно продавать своим или за границу. Можно допускать их в трубе только при условии продажи части нефти на внутреннем рынке. Прибыль от экспорта такова, что часть нефти можно не то, что продавать на внутреннем рынке, да хоть отдавать просто так. Но в результате нефтяные компании заинтересованы в следующих вещах. Чтобы государство не вмешивалось в действие менеджмента. Чтобы иметь собственные экспортные возможности чтобы не платить государственные экспортные пошлины, они действуют в этом направлении. И у нас есть примеры, когда топ-менеджеры государственных компаний поступают вопреки ясно выраженному мнению правительства и президента, пока, слава богу, их не свергая. И хотят строить собственные негосударственные трубопроводы. Лукойл уже построил нефтяной терминал в Варандейской бухте. И еще нефтяники всячески лоббируют вступление в ВТО. По одной простой причине – идеология свободной торговли не предусматривает экспортных пошлин и экспортных квот, что нефтедобытчикам выгодно. Государству и бюджетникам это менее выгодно, но они этого не знают. С точки зрения чистой науки, вступление России в ВТО лично мне будет очень полезно. Наши внутренние цены будут более точно соответствовать мировым, и иллюзий насчет конкурентоспособности российской экономики будет поменьше о чем я всегда и говорил. Но многим, очень многим остальным будет совсем не так приятно. Ступеньки к постуглеводороду. Кто является действительно великим ученым? Естественно предположить, что тот, кто открыл закон, названный его именем. Ньютон, например, или Ом. Или хотя бы эффект. Российская наука не может похвалиться обилием эффектов, и законов, названных именами русских ученых. Так сходу вспоминается разве что эффект Черенкова до да колонка цвета, основателя хроматографии. Тем не менее, есть у нас ученый, на счету которого сразу два закона, точнее, полтора периодический закон Менделеева и закон Клепирона Менделеева. Дмитрий Иванович известен нам как химик. Хотя делом в своей жизни. Он сам считал таможенный тариф 1891 года, который фактически создал российскую индустрию. Менделеев был научным руководителем разработки этого тарифа. Был он и советником по экономике Александра III. Достижения этого царствования, оказывается, базировались на прочном фундаменте. У Менделеева была интересная особенность. Он занимался тем, что в данный момент нужно России и всегда успешно. Ходит легенда, что его исследованию русская водка обязана своим стандартом крепости 40 градусов. Причем Менделеев занялся этим вопросом не по природной склонности, а в свете планировавшейся тогда водочной госмонополии. Не знаю, так ли это, но вот к перевооружению армии Менделеев действительно разработал бездымный порох, лучше, чем французский, а предварительно съездив во Францию, раскрыл состав лучшего в то время французского пороха, без шпионских штучек, не выходя из кафе, а просто читая экономические разделы французских газет. Занимался он и нефтедобычей. Кое-что об этом известно. Я имею в виду его сакраментальную фразу, которую везде вворачивают, говоря о нефти, но никак не осмысливают. В общем, великим ученым был наш соотечественник любил Россию и как мало кто другой способствовал ее процветанию. Потому и неудивительно, что на выборах в Академию его прокатили тогдашние академики, но ну, не чувствовали они себя ровнее такому талантищу. Но к нашей теме относится еще одно предложение Менделеева о подземной газификации угля. Говоря о конце нефти и о том, что делать потом, без этой технологии никак не обойтись. Она понадобится больше, чем через век После того, как идея о ней была высказана, но понадобится, когда закончится не только нефть, но и природный газ. Газовая пауза. Но сначала поговорим о природном газе. Природный газ, точнее, попутный нефтяной, знали еще в античности задолго до новой эры. Но если нефтяной рынок... Уже тогда можно сказать, существовал нефть, собирали и продавали, в основном для бытовых и медицинских нужд, что газ использовали только для освещенного огня в храме огнепоклонников в окрестностях Баку. И причина меньшего интереса к газу, чем к нефти, примерно та же, что и сейчас: газ существенно сложнее хранить и, и привозить, даже сейчас в цене газа транспортная составляющая вдвое превышает таковую для нефти. И тогда-то с газами работать и вообще не умели. Точнее, герметичную упаковку знали. Слово герметичный происходит от имени Гермеса трижды величайшего Трисмегаста, легендарного египетского ученого, о котором уже древние греки знали только по смутным легендам. Но сжимать или сжижать газы для практического применения научились только только. Необходимая для этого точность изготовления насосов и поршней достигнута лишь недавно. Правда, видел фотографию, к сожалению, не нашел ее, чтобы воспроизвести здесь, как китайские крестьяне везут по домам газ из местных небольших месторождений. На Ослика навьючен огромный бюрдюк, метров 7 в перечнике, и он его тащит, как аэростат воздушно, воздушного заграждения. Нет у китайских крестьян ни баллонов, ни компрессоров. А падишь ты, правда, погода нужна безветренная. Только к нашему времени, когда... Истребление накопленного за миллионы лет стало основой новой цивилизации. Произошло действительно открытие газа. Да, сразу надо сказать, что попутный нефтяной газ это не совсем то же, что природный. Газ, идущий с нефтью, более грязный и зачастую химически агрессивный. Если пускать его по трубопроводам для природного газа, он съест трубы за несколько лет. Поэтому его лучше сразу после добычи от нефти отделять. В принципе, он поддается облагораживанию, и это лучше, чем сжигать его в факелах. Но так он получается чуть подороже, чем природный. Вот природный газ в этом отношении совершенно безопасен. Если его правильно подготовить, высушить и так далее, то нет домашнего топлива лучше. При сгорании он оставляет после себя только углекислый газ и водяной пар. Он даже не имеет запаха. То, что мы считаем запахом газа, специальная его ароматизация особо вонючими веществами, меркоптанами, чтобы утечка газа сразу чувствовалась. Правда, он, если не соблюдать технику безопасности, взрывается. Но с дуру можно взорвать практически все. И склад с удобрениями, и цех сахарной пудры. Измеряют природный газ в кубических метрах при атмосферном давлении. Много это или мало кубометр газа. Из школы мы знаем, не все, конечно, а кто усвоил школьную программу, что вода в 800 раз плотнее воздуха. Это есть кубометр воды. Весит тонну. А кубометр воздуха чуть больше килограмма. Точнее 1,29 Килограмма. Примерно такое же соотношение между нефтью и газом. Ближе, пожалуй, даже 1000 раз. И нефть бывает разная, полегче, ближневосточная, и потяжелее. И газ тоже разный. Даже граница между ними слегка размыта. Ведь что такое нефть и газ? Смеси углеводородов. Молекула углеводорода чаще всего представляет собой цепочку из атомов углерода и каждому из которых, как лапки сырконожки, прикреплены два атома водорода. Также по одному атому водороду прикреплено к цепочке в качестве головы и хвоста. Цепочки покороче газа по длине жидкости, совсем длинные твердые вещества, если парафин или полиэтилен считать твердым. Цепочка из шести атомов углеводорода может быть замкнута в кольцо. Это бензол. У него нет головного и хвостового атома водорода, только лапки. По 2 на атом углерода. В природном газе обычно больше всего метана. Это цепочка, состоящая лишь из одного звена. Один атом углерода и 4 водорода. Метан легче воздуха, а вот уже этан, 2 атома углерода и 6 водорода, тяжелее. Смесь метана и этана горит у нас на кухне. Еще тяжелее пропан и бутан. Пропан продается в баллонах. И так как он отличается по свойствам от метана и этана, то его нежелательно использовать в городских газовых плитах. Будет коптить. Нужны другие форсунки в горелке. Природные газы являются газами лишь при комнатной температуре. Если их охладить или сжать, то они становятся жидкостью. Правда, чтобы сконденсировать метан, его надо слишком сильно сжимать или охлаждать. В нефти всегда имеется растворенный газ. И наоборот, при добыче газа обычно получают газоконденсат, что-то вроде очень легкой нефти. Так как состав и нефти, и газа в разных месторождениях разный, то нельзя абсолютно точно сказать, в каком соотношении по теплопроводной способности, а у нас в первую очередь это интересует, находится между собой нефть и газ. Но грубо и округленно можно считать, что 1000 кубометров газа приблизительно соответствует тонне нефти, а килограмм газа – литру жидкого топлива. Кубический километр газа, в них иногда оценивают месторождение, то есть миллиард кубических метров – это примерно миллион тонн жидкого топлива. А 1000 миллиардов кубометров или примерно триллион кубометров газа – это примерно миллиард тонн нефти. Запасы нефти считают миллиардами тонн, а газа триллионами кубометров и это удобно. И цены тоже близки. Если нефть стоит около 150 долларов за тонну, то газ где-то около 100 долларов за 1000 кубов. Цена ниже, потому что газообраз... газообразное топливо менее удобно, чем жидкое. Кубометр же сжиженного газа чуть богаче энергии, чем тонна нефти, но совсем не намного поэтому их можно грубо считать эквивалентами. Наша страна богата газом. Считается, что богаче всех в мире, и мы этим гордимся, почему-то. Хотя какая в этом наша заслуга? Так или иначе, мы перешли на отопление газом. Российская Россия, Европейская Россия обеспечивает за счет своей нужды в энергии на 65%. И отапливаемся газом, и электроэнергии вырабатываем, и пищу мы готовим на газу. И разнообразные промышленные печи, например, для обжига кирпича или цементного килинкера. Промышленность стройматериалов вообще энергоемкая. И чтобы терлитовый песок спучить и керамзит обжечь, и пенобетон стекловату или минераловату сделать, везде нужны высокие температуры. Парадокс: у нас в самой холодной стране мира масса топлива уходит на обогрев. Но если мы хотим топливо сэкономить и для этого решим утеплить жилище, то теплоизолирующие строительные материалы, как правило, тоже потребуют больших затрат того же топлива. Солидная часть экономии выбирается вперед. И развитый мир потихоньку переходит на газ. Хоть дело это непростое. Тут мы оказались впереди планеты, все и сами того не заметив. А во всем мире на газификацию смотрят еще с опаской, как на трансгенную картошку. Используют его примерно как у нас, с теми же ограничениями. Больше для отопления и электрогенерации. Как автомобильное топливо, он может использоваться в городах. В сельской местности возникает проблема заправок. По той же причине питающая аппаратура сложнее, поскольку двухтопливная на одном газу ездить рискованно. Вряд ли доедешь до заправки даже в Москве. Таблица. Доля энергии, произведенной с использованием нефти и природного газа в процентах к общему производству энергии нефть-газ, то есть уровень газификации экономики. Цифра первая 1990 год. Цифра вторая 1994 год. Западная Европа. 44,7%.

относится к двум целым. 94 год 19,2 относится к двум целым. Япония 90 год 50,8 относится к 10,8. 94 год 56,1 относится к 11,3. Но есть серьезные препятствия. Дело в том, что газ Существенно удобнее жидкого топлива в быту и промышленности, когда он магистральный. Но и в таком варианте его транспортировка и прочая обработка обходится чуть не вдвое дороже, чем нефти. Если же его приходится возить судами, газовозами, в сжатом или жиженном виде, как в Японию, то технологическая цепочка получается непростой. Нужны заводы по производству жиженного газа в странах-производителей и много другую инфраструктуру. Впрочем, все оборудование дороже нефтяного, настолько же, насколько танкер-газовоз дороже простого танкера. Поэтому газ и стоит дешевле нефти в полтора раза при той же теплопроводной способности. Стоил бы одинаково, никто бы не покупал. Дополнительные затраты сделали бы газ невыгодным. Буровые же и прочие оборудования не дешевле, чем для нефти. И добыча газа становится выгодной только для крупных систем и После масштабных инвестиций чего-то подобного Газпрому в мире нет. Но пока, как говорилось, мирового рынка газа нет. Он потребляется в основном там, где добывается или в пределах трубопроводной системы. Сейчас строится много газосжижающих заводов. И возможно в ближайшем будущем торговля газом расширится. В нашей стране газом в баллонной расфасовке постоянно пользуются 18 миллионов человек, не считая дачников. Но пропан будучи вдвое дешевле бензина, немногим дешевле в производстве. Он лишь фракция природного газа. Основа там легкий и трудно сжижаемый метан, которую надо как-то выделять. Пожарные, хотя люди очень храбрые и самоотверженные, не любят тушить пожары на дачах. И я их понимаю. Взрывоопасная вещь эти баллоны. А при пожаре домика кран не перекроешь, как в городе. Бензиновые и керосиновые примусы, впрочем, не лучше. Старые туристы вам много чего про них расскажут. Как сделать природный газ дружелюбнее и удобнее? Простейший метод синтезировать из метана метиловый спирт. Один атом водорода заменяется на пару атомов OH, кислород плюс водород гидрокиол. И о чудо! Вместо газа CH4 жидкость CH3OH, метиловый или древесный спирт. Плотнее метана почти в тысячу раз и без насосов, баллонов, высокого давления, холодильников. А процесс в принципе можно провести хоть на кухне в периоды бензинового дефицита. Этим занимались народные умельцы и ни одна квартира взлетела тогда на воздух. Так бывает, когда хороший принцип притворяется в реальную жизнь. Но ну и те, кому удалось обойтись без взрыва техники, не слишком довольны результатом. Этиловый спирт гораздо менее энергетичен, чем бензин. Требуется Переделка системы питания двигателя. Он вызывает коррозию всего, чего можно, и карбюратора в том числе. Он впитывает влагу, и он ядовит. Всего несколько граммов вызывают слепоту, а несколько десятков – смерть. И пахнет он, как обычный спирт, и даже на вкус похож, чем крайне опасен. Социальные дарвинисты, правда, считают, что если уж человек дошел до технического спирта, то чем скорее он хватанет полстакана метилового, тем лучше для всех. Так что метиловый спирт, хотя и применением в качестве топлива бензин не заменит, и в лучшем случае может быть добавкой к нему, помогая, например, убрать воду, попавшую в бензобак. Но метиловый спирт может, в свою очередь, послужить исходным сырьем для синтеза других продуктов, в частности, какого-то органического эфира, вполне заменяющего дизельное топливо. С химией не знаком, кто интересуется подробностями, читайте специальную литературу. Лучше всего отраслевые журналы типа «Нефтегазовая вертикаль» или «Нефть России». Преимущества и недостатки дизелей по сравнению с карбюраторными и инжекторными двигателями общеизвестны. Существуют технологии, доведенные до промышленной стадии, позволяющие прямо на буровой получать из природного газа это жидкое топливо. В частности, прямо на океанской платформе. Выглядит такой проект дерзко, а потому впечатляюще. Но подумать. Вот пресловутое штокманское месторождение. 3 триллиона кубометров. В 650 километрах от берега. В Баренцевом море. Оно не красное. И даже не черное. Как возить газ то? А тяжелая жидкость. Качай себе в танке. Так в данном случае называются отсеки цистерны танкера. А то и сама льется. То есть речь вот о чем. Природный газ. Ценнейший ресурс. Он незаменим в некоторых сферах. Аммиак почти весь получает из природного газа, на котором базируется производство азотных удобрений и много еще чего. Но он не замена нефти. Чтобы использовать его на те же цели, на которые используется нефть, придется идти на дополнительные затраты без нефти, но с газом. Возможности общества будут ограничены. Но откуда взялось название главы «Газовая пауза»? Я не нашел первоисточник, но смысл этого выражения вот в чем. Когда только начиналась газификация нашей экономики, уже тогда дальновидные люди знали, что газа хватит не навсегда. И идея была в том, чтобы во время, которое мы выиграем благодаря газу, перейти на новые источники энергии. В первую очередь разработать новые, эффективные и экологичные способы использования угля, которого много больше, чем газа. С тех пор многое изменилось. Был открыт газ в Западной Сибири, это хорошо, но была утеряна перспектива, что дальше делать, когда и эти месторождения исчерпаются. Вот это плохо. Поэтому идеологию газовой паузы надо вспомнить, пока она есть. В принципе, газ есть почти везде. Есть газ и в подмосковье. Да, только его мало. Вообще считается общепринятым, что ископаемое горючее – это остатки растений. Сначала образуется торф, потом он слеживается, прессуется, получается уголь. На большей глубине под действием высокой температуры в присутствии воды получается газ и нефть. В общем, что-то вроде этого. В детстве на меня произвела впечатление картинка из науки и жизни, где нефтяное месторождение в земле было в виде динозавра, налитого нефтью. Есть, правда, мнение менее очевидная теория, что углеводороды имеют небиологическое происхождение. Метан очень распространен во Вселенной, атмосферы некоторых планет состоят из него, и он мог сохраняться в недрах от тех времен, когда земная атмосфера еще не состояла из азота и кислорода. Косвенным подтверждением этому служит открытие на кольской сверхглубокой скважине, но больших глубинах есть слои, где горные породы пропитаны газом, а уж там, где есть какие-нибудь жидкие углеводороды или уголь и подавно. Но если эти породы плотные, то газ сочится сквозь них еле-еле, и выкачанное месторождение вновь наполнится лишь через тысячу лет, если не миллионы лет. Так или иначе, хотя газ есть почти везде, газ в промышленных количествах есть только под пятачками земной поверхности. Один мой слушатель был начальником погранзаставы на Камчатке в кроноцком заповеднике. Геологи бурили там скважины на газ и нашли его, но месторождение оказалось маломощным. Дебиты скважины хватило как раз на одну газовую плиту. Это месторождение и досталось после ухода геологов пограничникам и было их предметом гордости. Перед визитерами, пока эта застава была. Теперь супруга этого слушателя варит щи на газе из Сибири. Не Камчатка, но что-то вроде. Подумать только, газ идет к нам по трубе длиной в 3000 километров. А ближе газа уже и нет. Хотя начиналась газификация Москвы с саратовского месторождения. Действительно, большие запасы газа были на нашей планете всего в нескольких местах. В материковой Европе его мало, Большая часть европейского газа была в России, сейчас он исчерпан. Тот газ, который потребляет Западная Европа, поступает, кроме как из Сибири, еще с морских месторождений Северного моря и из Алжира. Северное море относится относительно теплее и мелкое, не с точки зрения морских купаний, а с точки зрения нефти и газодобытчиков. Оно не замерзает без айсбергов и с глубинами до 200 метров. То есть вышки на дно ставить можно. Тамошние месторождения принадлежат Англии и Норвегии. Интересно, что англичане не перерабатывают свою нефть, а гонят ее на экспорт, хотя имеют свои нефтеперегонные мощности. Но их технология приспособлена к легкой ближневосточной нефти. И англичане посчитали, что выгоднее продолжать импортировать ее, а свою экспортировать, чем перестраивать свои заводы на другой тип нефти. Неожиданное, значит, скорее всего, очень мудрое решение. А норвежцы сами даже не потребляют газа. В Норвегию нет газопровода с их месторождений. Он идет в Германию. У меня часто спрашивают, как же так, почему в Норвегии высокий уровень жизни, это же не северная страна, умиляют меня демократы, не знать, что эта страна с ее микроскопическим населением незамерзающим морем еще и мировой лидер по экспорту нефти и газа довольно много запасов газа у нидерландов даже больше чем у норвежцев у тех правда шельфа больше есть где искать еще интересный момент на протяжении многих лет я находился под воздействием пропаганды о какой то особой расточительности советского экономического строя доказательством его были факелы на нефтяных месторождениях. Действительно, сколько лет горел факел на московском нефтеперегонном заводе в Капотне? Как освещали снежную равнину факелы у Воркутинской железной дороги? Каково же было мое удивление, когда на фотографии ночной Европы из космоса я увидел красные пятна в Северном море? Они были больше, чем осьминоги европейских столиц. Кстати, не Париж и не Лондон, из них самые яркие, а Москва. Хорошо были видны населенные и безлюдные Альпы, Карпаты, районы. Четко заметны границы между богатыми и бедными странами, небольшая Северная Ирландия, светится сильнее, чем вся Ирландская Республика. Что это за красные пятна? А это факелы нефтяных платформ. Попутный нефтяной газ очень сложно утилизировать его сравнительно мало. Строить для него газопровод или монтировать емкость смысла нет. Химически он хоть и горюч, но очень неприятен, агрессивен к металлу, а состав его очень сложный и перемещенный, переменный. И его нельзя обрабатывать по какой-то одной технологии. Поэтому нефтяники развитой и экономной западной цивилизации этот газ просто жгут. А про какую-то особую советскую расточительность нам в данном случае просто брехали. Она общечеловеческая, как горбачевские ценности. Но все равно попутный газ, значительный резерв и жечь его, конечно, расточительность. Успеет ли начать его полностью использовать до полного исчезновения нефти? К сожалению, из-за сложности технологии потери газа значительны. Даже при добыче природного газа разрыв между добываемыми и коммерческими используемыми объемами очень велик. Соотношение кое-где менее 40% в Африке, на Ближнем Востоке доля товарной добычи около 60%, в Западной Европе чуть меньше 90%. И только мы используем почти все свыше 97%. Остальные проценты так или иначе теряются. Но проблема в том, что газа этого в Северном море не так уж и много. На 10-15 лет, если считать вместе с Алжирским. Что является резервом? По, по оптимистическим оценкам очень много газа в России. Вообще этой темы мы здесь касаемся краем. Но в сведениях о газе разнобои еще больше, чем о нефти. Прогнозные оценки 164,8 триллиона кубометров. Правда, это те же оценки, согласно которым у нас 60 миллиардов тонн нефти. Те самые 13% мировых. По другим оценкам прогнозные запасы всего лишь 125 триллионов кубометров. Из этих триллионов на океанском шельфе 69,4 триллиона. Напомню, что триллион кубометров газа примерно эквивалент миллиарду тонн нефти. На суше резервы сосредоточены на Ямальском полуострове. По другим данным, у нас прогнозных запасов аж 218 триллионов тонн маргулов. По данным Международного газового союза в мире всего прогнозных 327 триллионов тонн, доказанных 118. Все это сравнимо с ресурсами нефти. Но вот что отличается. Так это то, что в год добавляется доказанных запасов 5 триллионов при добыче около 2,2 триллионов, То есть в отличие от нефти доказанные запасы не падают, а растут. В России доказанные запасы от 48,0 целых до 64 триллионов кубометров. То есть, видимо, существенно больше, чем нефти. Вся эпоха газификации Советского Союза, в которой мы выросли, связана всего лишь с тремя месторождениями, но зато с гигантскими. Считается, что в России имеются еще 4 гигантских месторождения, которые просто трудно дорого осваивать. Всего же в России известны 20 месторождений с запасами более 500 миллиардов кубометров, всего 36 триллионов кубометров или 75% от доказанных запасов, в том числе Уренгойская, Ямбургская, Баванинская, Медвежья, Заполярная, Харасайвейская, Оренбургская и другие они дают 93% добычи. Крупные месторождения выгодно обустраивать, поэтому они используются в первую очередь. Не хочу пугать, но с обустройством новых супергигантов есть проблемы. Они в том, что нет средств. Почему о повышении цен на газ говорят и хорошие люди? Без денежек нигде ничего не делается. Впрочем, на Ямале подготовлены к добыче Баваненская, Хасавейская, Крузенштерновское и Новопортовское месторождение. То есть пока еще не катастрофа. Еще есть 115 месторождений с запасами от 30 до 500 миллиардов кубометров. Всего 10,7 миллионов кубометров или 22,3%. Остальное в совсем мелких, по нашим понятиям, нерентабельных месторождениях. Сейчас западноевропейская цена на газ 2,7 доллара на 1 миллион БТЕ британских Тепловых единиц 195% долларов за 100, за 1000 кубометров. Эта цена связана с нефтяными ценами, растет и падает синхронно. В 2010 году при цене нефти 30 долларов за баррель потребительская цена в Европе будет близка к 4-4,5 долларов за 1 миллион БТЕ. 140-158 долларов за 1000 кубов. С газом и без газа. В этом отношении наша страна уникум. Если верить данным о запасах, то когда весь мир, кроме Персидского залива, лишится топлива, у нас еще останется газ. Но тоже ненадолго, опять-таки несколько десятков лет в лучшем случае. То есть не газовая эра, а именно газовая пауза. Причем пауза, вот это зависит от нас. За время паузы надо сменить тип цивилизации, и технический, и социальный. Сначала о технологии. Надо мобилизовать источники энергии, которые могли бы дать еще некоторую отсрочку поскольку социальные перемены еще сложнее и могут потребовать времени в несколько поколений. К сожалению, эти источники в основном невозобновляемые. Есть ли что-то в природе, что могло бы восполнить дефицит газа и нефти? Конкретно в нашей стране есть уникальные месторождения. Это твердые растворы газа в мерзлых породах. Газогидраты. Плотные газонасыщенные породы. Растворенный метан. С ними есть проблема, непонятно как их добывать, технология пока не отработана, может быть это и невозможно. Удивительно много в мире метана. Такое впечатление, что он есть везде. Много горя он приносит шахтерским семьям. Он находится в угольных пластах под очень большим давлением. И иногда находит выход. И тогда пропитанный газом уголь вдруг взрывается, разрушая горные выработки. Выбросы метана едва ли не самая опасная причина катастроф на шахтах да и просто сравнительно мирным путем, без выброса попавший в штреки метан в смеси с воздухом, может и загореться, и взорваться. Почему нельзя дегазировать угольные пласты? Прошить их перед разработкой хотя бы скважинами и стравить газ. Вопрос не ко мне. Думаю, дорого, экономически неэффективно. Когда шахта уже работает, метан без пользы удаляется вентиляцией. Отделить его от отработанного воздуха практически невозможно. Очень много метана выделяется в процессах разложения всякой органики, как уже говорилось, из почвы рисовых полей, но больше всего в болотах и тундрах. Богатство неимоверное, хватило бы для отопления всего человечества, но как его собирать? Один взгляд на глобус приводит к правильному выводу. Зелен виноград. Крупный рогатый скот выделяет много метана. Трудно собирать и этот вид топлива, хоть и хорошо бы. Все же парниковый газ. А метан, выделяющийся в жижесборниках животноводческих ферм, и есть тот самый биогаз, о котором часто говорят. Его можно собирать и использовать, но это, конечно, не то, что спасет человеческую цивилизацию. Чтобы было много навоза, надо много кормов. А для этого надо много удобрений. А промышленность удобрений зависит от природного газа. То есть, чтобы собирать биогаз, надо иметь природный газ. Нет его, нет и биогаза. И мало его газа этого. Кубометр биогаза получается из кубометра этого, как его сырья. А кубометр газа эквивалент литру жидкого горючего. Чтобы привести на садовый участок цистерну удобрений 4 кубометра, этих 4 литров топлива может автоцистерне и не хватить. И когда говорят о метановой эпохе, все вышесказанное надо иметь в виду. Химия знает множество горючих газов, но видов сырья для них в природе гораздо меньше. Это биомасса, свежая или запасенная в прежней эпохе, уголь, бурый уголь, торф, другие горные породы, представляющие собой пропитанные углеводородами горные породы. Битуминозные пески сланцы. Если добывать сырье, состоящее только из органики, выгодно, то поднимать на поверхность излишнее количество пустой породы получается дороговато. Даже просто низкокачественные угли имеют в своем составе до 50% золы и сжигать их получается сложно. Надо постоянно убивать, убирать из топки золу в количествах немногим меньшим, чем топливо. Та же проблема с битунозными песками. Там много запасов, но как их добывать, никто не знает. Так что реальная перспектива на посленефтяной посл... период – это угольная эра. Ненадолго исторически, но дольше, чем жизнь за счет нефти. Это самый массовый ресурс, которого хватит на более долгое время. По недавним оценкам, количество эффективных угольных ресурсов, то есть тех, себестоимость добычи которых не превышает 40 долларов по курсу 75 года за тонну составляет более 2,6 триллионов тут, то есть 1,8 триллионов тнэ, более чем в 10 раз превышающие запасы нефти. Во-первых, уголь может заменить некоторые виды нефтепродуктов, способствуя их экономии. Он может на некоторое время снять остроту проблемы с бензином, если сделать отопление и производство электроэнергии угольным. В этом случае можно сэкономить отопительный мазут, сравнительно просто перерабатываемый бензин. Ведь мазут по сути своей такие же цепочки углеводородов, только длинные, чем в бензине. И их можно настричь в более короткие. Это умеют делать даже с такими высокомолекулярными углеводородами, которые содержатся в асфальте. У нас в стране подобные технологии уже кое-где используются, что создает проблему. Неконтролируемый прием у населения лома асфальта приводит к тому, что так называемые стамы сочники срубают покрытие не только с неиспользуемых асфальтированных площадок, но и с краев эксплуатируемых дорог. Журнал «За рулем» номер 5, 2001 год. Пока такая технология дороже получения бензина из нефти и может применяться лишь при практически даровом сырье. А заменить мазут можно многими способами. Например, размолоть уголь до состояния мельчайшей пудры и размешать ее с водой до получения водоугольной эмульсии. В таком состоянии получению смеси можно и прокачивать по трубопроводам и сжигать в тех же котлах, которые используются для мазута при минимальных их переделках. Кроме того, в размолотом состоянии уголь проще обогащать, отделяя пустую породу, поскольку она по удельному весу отличается от угля. Пока очевидно, этот процесс обходится дороже, чем закупка мазута, но с исчерпанием запасов нефти рано или поздно станет экономически выгодным. Можно сжигать уголь в своеобразном расплаве из некоторых горных пород, например, с известняком. Так получается экологически чистый относительно тепло и электроэнергия. Но когда не будет уже и мазута, то как получать жидкое топливо? Разработано довольно много технологий, позволяющих получать заменители бензина и дизельного топлива на базе угля или его продуктов. Особенно заманчиво делать это, не поднимая угля с поверхности. Не знаю, кому как, а мне неприятно слушать регулярные сообщения о катастрофах в угольных шахтах. И ведь этого можно избавиться. Впервые предложение о подземной газификации угля выдвинул, насколько я знаю, Менделеев. Уголь твердое вещество, а добывать без шахт можно лишь жидкости и газы. Растворять уголь пытались, но пока еще не научились. А вот превращать в газ умеют. Есть несколько методов получения горючего газа. Это газогенерация, особенно в варианте подземной газификации – Полное сгорание угля в конечном итоге должно приводить к образованию СС2 углекислого газа. Но если сжигать его при недостатке кислорода, то уголь сгорит наполовину, образуя угарный газ СО. Он горючий, может служить исходным сырьем для органического синтеза. Понятно, что использовать в качестве домашнего топлива угарный газ не стоит. Если нынешний природный газ только взрывоопасен и дышать им нельзя, то угарный газ еще и ядовит. К тому же половина энергии остается внизу, но можно прокачивать через зону горения воду, а полученный водяной пар использовать как теплоноситель. Такая технология может быть применена в Германии и Англии, где уголь добывается в густонаселенных районах, а у нас залежи угля в основном расположены на севере Сибири. И кому там нужен горячий пар, непонятно. Но есть еще один процесс. При определенных условиях из воды и угля образуется синтез газ. Смесь угарного газа и водорода. Которая и подается наверх из пласта. Из синтез газа можно синтезировать метан. По сути обычный природный газ. Древесный спирт, метанол и другие виды топлива и химических продуктов. Тем самым вы приходите к уже знакомому нам газовому паузе задачи. У всех этих способов есть слабые места. Тут не надо корчить из себя специалиста, достаточно прочитать сборник по проблемам энергетики. Он состоит из статей, написанных специалистами в области какого-то одного метода, О своих разработках они, естественно, пишут только правду. Но и о других вариантах такие авторы правды не скрывают. Наш метод в отличие от такого-то не имеет таких-то и таких-то недостатков. Соответственно, разработчики такого-то и такого-то метода объясняют его преимущество по сравнению с первым, честно указывая на его изъяны. Но действительно недостаток у всех неиспользуемых сейчас методов только один. Они дороже, чем нынешние методы получения энергии из газа, нефти и угля. Кто хочет платить лишние деньги за тепловую энергию, полученную более экологичным методом, чем нынешний неэкологичный? В современном капиталистическом обществе только тот кто не дорожит деньгами собственными или акционеров поэтому отдельные потребители не могут на него перейти разоряться как сделать выгодным использование газогенерации подземной газификации синтетического бензина и так далее способов ввести в реальную эксплуатацию эти давно известные методы всего два нужно или ждать пока не подражают нефть и газ, и при естественном дефиците нефти и газа тепло, электричество и автомобильное топливо из них станут дороже, чем из угля и дров, или начать осваивать эти технологии всем вместе. Это возможно только в рамках общечеловеческого правительства, сами понимаете, насколько это реально. Нужен налог на нефть и газ. Причем такой, чтобы использование методов получение энергии из угля и других неудобных источников стало экономически выгодно. То есть, чтобы эта энергия получилась для покупателя дешевле. Но налог этот должен быть общемировым. Там, где его не будет, возникнут местные преимущества для инвесторов и капиталы потянутся туда. Так что ждем конца нефти. Вспомним Буденого. Требуемые изменения технологий ограничатся не только производством топлива, все изменится. Возьмем сельское хозяйство. Не буду обосновывать, но лошадка вернется туда в значительных масштабах. Одной России потребуется десятки миллионов голов. Можно ли их вырастить быстро? Нужна будет возрожденная ветеринарная служба. Слава богу, она хоть когда-то продержалась на кошечных на кошечках собачках а знаете сколько всякого ремесла крутится вокруг сивки бурки и между прочим если посетите центральную европу обратите внимание сколько там сейчас населе лошадей там этот процесс идет полным ходом это мы привыкли на камазе за бутылкой сельпо был у нас такой заслуженный герой гражданской войны Буденный. он кстати автор концепции оперативного использования подвижных войск Немецкие генералы у него учились. Но кроме того, он решил одну важную народно-хозяйственную задачу. На случай войны кони мобилизуются для армии из сельского хозяйства. Проблема в том, что такой конь, который нужен в армии, не нужен колхознику. И Семен Михайлович вывел на собственном конезаводе такую породу, которая и под седло, и в плужную упряжку. Не знаю, сохранилась ли эта порода, не пошла ли на колбасу. И вы напрасно ухмыляетесь. Кавалерия вовсе себя не исчерпала. Конные корпуса дошли до Берлина. Никто от них не отказывался. А в условиях Центральной России это и сейчас единственный мобильный род войск, не зависящий ни от дорог, ни от погоды и очень автономный. Сколько унесет на себе солдат? На три дня боев. А конник и миномет увезет, и ПТУРС, и зенитный комплекс, и главное средство связи. Недаром Гальдер в своих дневниках упоминал кавалерийского генерала Белова чаще, чем Чумашенко и Ворошилова. И даже сейчас на границе не везде пройдет УАЗик, даже если есть бензин. А лошадка и собачка везде. Кто спорит, и танк, и БМП хороши в определенных условиях, и если есть горючее. Думаете, войны в будущем не будет? Ну-ну. Видите, сколько проблем надо решить буквально в ближайшие 30 лет. Причем таких, отвернуться от которых нельзя. Иначе они решат нас. И что нам предлагают политики в купе с высоколобыми научными консультантами? Такой скот разводить, чтобы меньше пукал, а то океан из берегов выйдет.